Так, ну, в общем, тут некоторый апдейт по нашей установке, которую делали раньше, на базе вот этого осциллятора. Осциллятор ZVS называется, Zero Volt Switching, или двухходовик, или Royer осциллятор, вот это все одно и то же. Значит, здесь суть какова была. Батарея, осциллятор, два плеча, на которых трансформаторы токовые, на катушку, на нагрузку. И одна часть идет на зарядку, вторая на закорачивание. Вот там, значит, схема вот такая принципиально. Батарея. Осциллятор, трос. И два трансформатора токовых на них. Так. Ну, что я тут хотел показать, собственно говоря. То есть, если у нас на батарейке сейчас здесь 12 и 38 вольта, то мы сейчас ее попробуем зарядить от этого, от одного из токовых трансформаторов, потому что там очень большая энергия сидит, которая практически не используется. Так, вот я его сейчас запускаю, смотрим сюда. 12, сейчас я его подключу. Трудно. Так. Вот зарядка идет, и вот я сейчас закорачиваю ее. Идет увеличение тока и падение на нагрузки. Вот. И зарядка идет очень активно. Вот это мне было интересно. Скорость зарядки этой батареи довольно велика. А что если нам это запустить назад? Просто попробовать рекуперацию. Мы пробовали, но с большей нагрузкой. Сейчас я взял меньшую нагрузку. Ну, попробуем это сделать. Мы попробуем. Значит, что здесь сделано? Все то же самое, что и здесь. Только мы от каждого плеча будем заряжать эту же самую батарею. Вот, потому что мне кажется, что вот эта энергия, которая в плечах, она должна быть затребована. Так, все то же самое. Смотрим, что у нас на батарейке. 12,5. И запустим вначале без возврата, без рекуперации. Значит, запускаем. Так, вот у нас полетело напряжение вниз. А теперь подключаем. 11,85. Подключаем одно плечо. .11,90. Подключаем второе плечо. 11,89 и стоит. Вот это, собственно говоря, я и хотел увидеть, что у нас нет падения, даже небольшой рост. Так, вот еще раз я отключаю рекуперацию. 83 81. Так, рекуперируем. Ну, это к тому, что мы можем сделать такую же версию минимальную. И тогда у нас не будет, тут нету, конечно, никакой сверхъединичности, но есть рекуперация. То есть наши светильники могут быть намного экономичнее, чем они есть. Собственно говоря, это все, что я хотел показать. Мне показалось, что это интересно. Спасибо за внимание.